Берега озера Капитанского в Борзинском районе оказались усыпанные мертвым сазаном. Рыба массово погибла после зимовки. Об этом Читеру сообщили местные жители. Раньше такого массового мора не было. Сейчас берега сплошь усыпаны сазаном. Причину местные жители не знают, но есть опасения, что это некая болезнь. Озеро находится в степи неподалеку от поселка Шерловая гора в Борзинском районе. Несмотря на размеры, там собирается много рыбаков, которые проводят субботники и сами противодействуют браконьерам, запрещая ставить сети. Мор сазана происходит ежегодно и на озере Кинон в Чите. В прошлом году начальник Забайкальского отдела рыбоохраны Игорь Стафеев сообщил, что со стороны улицы Рахова насчитали порядка 40 мертвых рыб на 100 метров. В прошлом году цифра была в 3 раза больше, в связи с чем для проведения анализов привлекали специалистов Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии и подведомственную организацию главрыбвод. Специалисты взяли пробы воды и проверили рыбу, чтобы установить причину гибели. Могут ли это быть химические вещества, болезни или инфекции? Когда из крана не течет, а из канализации льет, на помощь «Сантехэконом» придет. Круглосуточная прочистка, отогрев и промывка скважин, труб и канализации. Обслуживаем всех, от частных лиц до крупных компаний. За доступные деньги избавим от проблем. «Сантехэконом» и ночью, и днем.